есть у него все время идут такие, ну, я говорил о этой птичьей, да, орел, который, или коршун, который навис над долиной, это то самое, что уже Ивана характеризует. У него не только это, у него, надо сказать, еще есть несколько таких звериных метафор. И, например, иногда он как леопард такой, он совершенно напрягшийся, и он специально сделает таким образом посадку на троне, чтобы Иван был похож на тигра, приготовившегося к прыжку. И, как ни удивительно, костюм Ивана позволяет ему создать эту ассоциацию с хищным зверем. Иван все время меняет эти, в отличие от других, где один зверь как бы приписан к одному персонажу.